те гастроли. Свободных мест в Большом зале киноконцертного «Космоса» почти не осталось, даже несмотря на цену билетов – от 2 до 7 тысяч рублей. Некоторые зрители специально приехали в Екатеринбург для того, чтобы попасть на выступление звезды. Я работаю в Токильпо, я из Австрии. И поэтому я уже давно знаю Патриша Кис, и поэтому сегодня я иду в концерт. Не так часто в нашем городе бывает Патриция Кас, очень интересная певица, и грех не использовать шанс посмотреть и послушать ее. Требования певицы к организаторам гастролей минимальны. Единственная просьба артистки – большое ведро со льдом, прямо за кулисами. Патриция предпочитает пить только охлажденные напитки. В этом году у Патрисии Кас большое турне по России. Позади Москва и Санкт-Петербург, впереди Тюмень и Омск. В Екатеринбург певица прилетела на личном самолете и поселилась в президентских апартаментах. Стоимость номера звезды около 1500 евро в сутки. Но сразу после выступления Патрисия поедет не в гостиницу, а в один из екатеринбургских ресторанов. Фуа-гра, перепела с черной икрой и русская экзотика. Специально для гостей из Франции. Половинка перепелки, то есть там грудка перепелки, ножка перепелки на оформление. С языком замешивается, там икра черная. Очень хороший рецепт, вкусный салат получается. Ужин в ресторане накрыт на 25 персон. Именно такая команда приехала со звездой в Екатеринбург. Что будут пить гости, пока неизвестно. Специальных заказов на дорогие сорта вин от певицы не поступало. Возможно, она будет пить просто минеральную воду. Пока звезда будет отдыхать в ресторане, несколько тонн акустической аппаратуры уже отправятся в Тюмень. Гастрольный график Патрисии очень напряженный. Следующий концерт певица даст уже завтра. Александр Драугиалис, Андрей Антонов, новости 4 канала. Таковы новости этого дня. Напомню, что наш...